after all, this is Formula 2 first race. Yuki Tsumoto is on pole position with teammate next is Mick Schumacher and I don't know. Robert Schumacher is on 7th position. Formation lap. Starting formation lap and find the 6th car. You are welcome. Tsumoto will replace Kvyat in AlphaTauri in 2021. I wish Tsumoto his victory at Sochi after the Rome. Schwarzman is 7th, Aitken is 8th, Zhou is 9th, Mazepin is 10th. Vips is 11th, PK is 12th. Formation lap.
victory, guys. A lot of stupids. A lot of stupid people. A lot of here. Sorry for that. Formation lap and the end of the formation lap. And here is Tsunoda. The lights out and away we go! Tsunoda на первой позиции, его напарник обойдет, и кто-то срезает! Yellow flag. Желтые флаги, как вы видите. Thank you.
car is out. Beats. А войдет ли Шумахера на парни?
Первого места. Понятно, что все расслабляется.
чего он вот выходит, Мазинин тоже на жестких шинах. Значит, делаем себе понятку. Эйкин, Мазинин, Джоу на жесткой низине. Это... Вот не можем сравнивать эти Цуводы, Шумагера, Алла и Йота, которые нас сначала обрадовали. В истории также Лейкин шины у Рома Шварцера. Плохо, что он здесь застрял. Соперники идут под команду прямо. Уже ждут кого-то из своих гонщиков, либо Ника Шумахера, либо Рома Шварцмана. Оба их пилота претендуют на чемпионские звания. Вскоре команды на прямо сейчас лидируют. Юра Витозин на втором месте и Хай-Тек Никита Мазинин на Йорку на третьем. Ну, потому что все активно, и Шварцман загнал бюджетку. Понятно, что у них разный темп и сам разных шин. Здесь скрочит очень гладкий асфальт. Очень мало этим изнашивается. И заезжает в конце Гидзунова, и Шумахер, и Анатолий Мета, и Йотова, и Пека Четвёрта. 4 минуты 4 раза это подкарлен Брема. Хай-Тек и Юрий Гидзунов. Сражение механиков. Но лидером становится Джек Кликин. Он на жесткой резине. Для Арстра, которого очень важная гонка, новозеландец
поднялся на подиум дважды за 4 минуты. Те 18 человек, которые, так сказать, выжили, да, после
первого торможения. Они продолжают движение по трассе, продолжают борьбу за позиции. Больше ни одного схода не было. Ну и смотрим на темп Юки Цуноды. Он уже в 4 секундах за Марина Сада. То есть можно ожидать, что вот именно этого, на следующем круге уже Цунода начнет обгонять. Там за Сада дальше уже и Маркелов 3 секунды, 1,5 секунды до титула. То есть в жестком графике Юки Цунода прорываться наверх. Он уже шины сменил, ему уже можно ехать до второго финиша. Так что это будет полноценная вот такая серьезная борьба. Ну а Мик Шумахер понемножку, но на каждом круге отстает от Юки Цуноды. Обои угрожают очки, накануне получив 4 бонусных балла за пол, Юки Цунода сравнялся с Никитой Мазепиным по количеству очков, но у россиянина столько же побед, но больше вторых мест, поэтому... для пидстопа. Думаю, что, в общем, успели в Бреме все сделать правильно, но это потребовало некоторых эмоций от большого босса. Брема команда суперопытная, суперпитулонная. Да, это синхронный пидстоп, когда Шумахер только отъезжал, уже тут же подкатывался Шварцман. Возможно, это стоило намного по секунды другой. Во время вот такой, да, еще была заминка. Вот еще на чем было потеряно время для Брема Шварцмана. Ай-яй-яй-яй-яй, уже не первая заминка для Шварцмана по ходу этого сезона. Если я не ошибаюсь, в Барселоне уже была похожая история. Досадно, в Формуле 2 каждая секунда, это может стоить там позиции или даже двух. И вот такие заминки очень, конечно, нежелательны для этого Шварцмана. Пока, спасибо. И восстановил статус кво. Буквально так один десяток метров. Но Ню Чжоу остался лидером этой гонки. Из-за этого смог к обоим подобраться и Мазепин, и Армстронг. Довольно плотно на четверка лидеров. Цунода гонится за Артемом Маркеловым. Там 3 секунды. Ну и Эйкин жалуется, что шины уже все. Что шины уже практически изношены так, что дальше ехать невозможно. Исходя из того, что впереди еще 13 кругов, это будет непростой отрезок для Эйткина на мягком составе, потому что практически не сидит. Это
падали по снаружи, а ты за рулем там в полу борьбы, разумеется, все просто не вариант. И в итоге Джоу оказался проигравшим. Мазепин получается на второе место, очень приятно. Цунода все ближе к Маркелову, там уже 2 секунды. Подгоняет команда Гоми Джоу. Давай, давай, камон, парень! Действительно, иначе не скажешь, но я думаю, что он и сам все это прекрасно понимает. В активе Гуанью Джоу. В этом году нет пока еще ни одной победы. 4 раза он был на подиуме, одно второе место и 3 третьих. Вот еще раз повтор этой ситуации. Причем как-то странно потерял скорость Гуанью Джоу. Вот эта передача не включилась. Вот какая-то временная была секундная потеря темпа. По непонятной причине, скорее всего, техническим, потому что ну, ничего не решало больше приехать быстро. И в итоге на ровном месте, на ровном прямике между 4-5 поворотами потерял Гуанью Джоу. Второе место, которое получил сам от Никиты Мазепина, да, как в известной сцене из фильма с Вицином-Бургуновым Никулиным около ларька. Эйкер, Джоу, Мазепин, Арстер, Титур и Маркелов. Потому что предстоит очень много кругов преодолеть на мягком составе. Это будет очень-очень сложно, скорее всего. В итоге резина не выдержит уже Эйкина. Но так или иначе, кончик Карпаса какое-то время довольно долго имитировал. Смог даже немножечко уехать он от Мазепина делать шоу и ныряет в боксы. Британец на оранжевом машине команды Карпас. Испанская команда Адриана Карпаса. Известного босса, кстати, босса в прошлом Виталия Петрова. Следующий Марина Санта, но это несколько другая история, Марина Санта не бывает. Получается, что все поднимаются на одну позицию, потому что новый лидер Никита Мазепин. Россияне лидируют на российском этапе. Эйкин против Шварцмана, к сожалению, удается британцу выехать впереди российского пилота. У Шварцмана есть буквально, наверное, только прогретую резину. И для Роберта это будет ключевой момент, потому что может такое оказаться, что это спор, например, за 8 место. Тот, кто этот спор выиграет, завтра будет на поле, кто проиграет, будет 9-м. И Шварцман допускает небольшую ошибку в 4-м повороте. Выносит его чуть слишком широко, сразу немножко отстает от своего соперника. И, похоже, для Джека Эйкина настало время спокойно выдохнуть. Непосредственная угроза со стороны Роберта Шварцмана, к сожалению, для всех нас миновала. Ну, а это камера на машине Мика Шумахера. Шумахер наседает сейчас на Артема Маркелова вместе с Юки Цунодой. Ну, и это интересная борьба. Понятно, что Маркелов еще не был в боксах. Но это вообще говоря никого не волнует. В ситуации гонки это соревнование, кто едет быстрее. Вот. Быстрее, пожалуйста, обходите, господин Цунода, так сказать, Цунода-сан. Ну и к счастью для японца,
Маркелов, как и Мазепин, как и Чжоу и Артур, заезжают в боксы, и Юки Цунода возвращается в лидеры, но Мик Шумахер не покупает на заднем крыле, и это даже это захватывающая гонка. Айлов понимает ситуацию прекрасно, Айлову нельзя отпускать Шумахера вперед. Нужно как можно больше очков зарабатывать. У Цуноды пока бонус самый лучший круг. Кстати, возможно, еще эти бонусные очки тоже поменяются в обладателя. Но Айлов все в том, проходит Цуноды. Видимо, у Юки Цуноды в квалификации с Дэпом было все в порядке, а в гоночной конфигурации жесткий состав оказался не таким выносливым, как рассчитывали команды Тревора Карлина. И всего за круг Юсуфа дачу позиции третья. За ним теперь. Давайте посмотрим. Антон бьет, наверное, что это вместе. Последний круг эмоций одна 56-0. Это катастрофический удар, но соперника 53-0. Новый шлем у Никиты Мазепина в такой разгрузке авангардистов постреволюционных 20-х годов прошлого века, такие четкие линии. Маркус Армстронг, я так понял, что жалуется на большие потери времени на торможении, значит, тоже может быть, что выдохнуть Никита Мазепин. Мерлио Гильяна Самания бывал в боксах последним, ну и после того, как все пробегали для дня пидстоп, там кто-то вынужден на первом круге, кто-то там по плану. К сожалению, на 18-й позиции Артем Маркелов, очень досадно. Десятку замыкает как раз Маркус Армстронг. Еще совсем в школьных формулах, там, в новозеландской формуле Тойота.
В Новой Зеландии, огорчив новозеландца, но тут похоже, новозеландец в Сочи сейчас в ответку огорчит россиянина, потому что видели мы, что темп Шварцман в этих кругах, к сожалению, недостаточно высок, это невероятно обидно, но вот шинный вопрос, это было понятно еще до старта, шинный вопрос очень много решит на бегонке. Шумахер и Айлот уехали от Цуноды. Цунода стабилизировал свой темп 1.54, но за Цунодой быстрый выход ехал. Там тоже намечается интересный спор. Ну, а Роберт Шварцман, похоже, теряет еще одну позицию, хотя в этой ситуации не все столь очевидно, но все-таки да, теряет. Под мост первым меняет Маркус Армстронг, ну а российский. В этом сезоне уже было 4 по рекордным показателям. А вот Thank you.
кому знакомо об этом имя, французский, талантливый молодой француз, к сожалению, погибший в аварии. В субботней гонке под именем Антуана Юбера решено назвать приз лучшему новичку сезона Формулы 1. Номер, под которым выступал Антуан Юбер, 19 номер, навсегда выйдет из употребления. Так что, знаем, да, что поскольку безопасен, да, суперсовременные технологии порой, к сожалению, приводят к печальным событиям. Ну, будем, естественно, надеяться, что такие истории будут, ну, как можно реже происходить. Но помню, что, конечно, гонки – это во все времена был очень опасный спорт. 50-е, 60-е годы, в общем, трагедии происходили с пугающей регулярностью. Сейчас, конечно, уровень безопасности гораздо выше. Сейчас и машины, и трассы, и спасательные службы, и организации – все подчинено интересам безопасности, но вот пару трагедий сегодня происходит. Но это было год назад, это было в СПА, а вот здесь у нас остается 4 из небольших круга по финишу субботней гонки Формулы 2 на Сочи автодроме. Первый пит-стоп после этого. На первом же круге резина тут не справилась у швейцарца. Это спорт. Не летит к мотору. 3 секунды, а вот уже. Сражение Тиффана и Шварцмана. Машина Павла за Армстронга. На положение Тиффана. Все ближе. Тиффан пока это не реальная атака, не как бы обозначение атаки. Но все равно. И россияне будут держаться за всех сил. Ошибся во втором повороте Джейхан Карувалов, выехал слишком широко. Отстал окончательно от первой четверки, но остался на пятой позиции. У него большой запас у Джеку Пинкину. Но все равно Джейхан Карувалов остается на пятой позиции. Петра Пике также вторично заехал боксы. Как видели, раз первый пистолет совершал еще совсем-совсем давно. После той же самой стартовой аварии. Так что попробовалась пара автомобильцев. Россиянин теперь 15-й, но все равно это очень далеко от зачетной десятки. Ну а тем временем Мик Шумахер, Калуба Айлд и Юки Цунода именно в таком порядке готовятся закончить 25-й круг. Шумахер и Айлд занимают две первые строчки в чемпионате. И если вот так все закончится, то немецкий гонщик оторвется, пытается на весомые 7 очков. Еще раз пробует титул, пока остается позади. Триумфатор прошлого года, скорее всего, финиширует четвертым. Джейхан Карувалов на этой позиции. Эйтен, оплотная группа, Эйтен, Джон Лазетин. Даниэль Тиктум отбирает у Шварцмана. Десятое место пытается на силу после. Не хватает зацепа шин. По внешней броне дуге очень сложно отстоять свою позицию. Дальше будет поворот в сторону Шварцмана, но Роберт оказывается на грязном асфальте. Привит и окончательно отстает от своего соперника. Шварцман вообще сегодня, похоже, не заработает очков, он уже на 11 место. Судьи же разберут после гонки нарушение британцы сдался. Так что, возможно, Тиктум получит 43 секунды, и в итоге Шварцман будет 10. Это малая радость для недавнего лидера сезона. Знаем мы, что у Роберта Шварцмана бывают невероятно удачные этапы, невероятно сильные выступления, но отдельные гонки, там, как скажем, Сильверстоуны, да, у Шварцмана оказываются не очень успешными. И вот здесь в Сочи похоже, к сожалению, картину. А тем временем уже 26-й круг заканчивает Мик Шумахер. А
Джоу завтра на поле, он, конечно, возьмет.
Оставшиеся очки заработали Армстронг и Тито, Роберт Шварц на 11-й, Артем Маркелов в итоге на 15-м месте. Лучший круг показал Делидрас, но он финишировал 18-м, и я так понимаю, что лучший круг за лучший круг получит его Никита Мазей. Потому что в концовке никто его не превзошел. По ощущениям, но это мы уточним, это будет известно по ходу уже тренировки. Формула-1 она стартует в 12 часов, все мы, естественно, прямо время приходите на трибуны. Есть о чем поговорить, есть на что посмотреть. Ну а пока подтягивайтесь, что главное делать, соблюдая, конечно, социальное дистанцирование, оставаясь в масках, подтягивайтесь к зоне подиума, будем чествовать юного Мика Шумахера, продолжателя дел своего славного отца. Порадуемся и за Юту Дзуноку, и за Кайла Алта. Ну а участников Формулы 2 уже ждет только завтрашняя перегонка. Сегодня до конца дня будет только Формула 1 за нас на трассе. Так что готовимся к награждению, готовимся приветствовать Мика Шумахера и команду Кайла. Поздравляем Мика Шумахера. Congratulations, Mick Schumacher, and Prema Racing.